Как многие другие наши сюжеты, мы начинаем сегодняшнее небольшое путешествие от улицы Промышленной. Это не случайно. С давних пор многие улицы города Барнаула начинались именно от нее. Улицы, в названиях которых будто запечатлелась история и города, и страны в целом. Сегодня мы гуляем по одной из таких улиц, по улице Чернышевского. Николай Чернышевский – русский революционер-демократ, критик, писатель, один из руководителей журнала «Современник». В середине 19 века за свои излишне смелые взгляды оказался в тюрьме, где написал свой самый знаменитый роман, которым еще недавно пугали советских школьников «Что делать?». В нем он вывел идеальную, как тогда многие считали, фигуру революционера Рахметова, целеустремленного, нацеленного на победу. Собственно, такие Рахметовы полвека спустя и создали новую страну. О романе говорили, да чего ж плохо написан, имея в виду стилистически, но запретили его сразу же после выхода. Не поэтому цензоры вдруг увидели, что помимо любовной линии и прочего, там есть еще и крайне опасные революционные идеи. Роман стал расходиться в самиздате и стал просто бешено популярен. Современник Чернышевского, Лесков, автор «Левши», в частности, писал, о романе толковали ни шепотом, ни тишком. Во всю глотку, в залах, на подъездах кричали, кто гадость, кто прелесть, кто мерзость и так далее, на все тоны. Вот она, популярность. Неудивительно, что Чернышевский вошел в пантеон советских культовых фигур наравне с Карлом Марксом, Кларой Цеткин и Павликом Морозовым. Что же до улицы, то она изначально называлась не абы как, а Большая Алтайская, а с начала 20 века стала Первой Алтайской. Всего их в городе в итоге появилось аж 12. Перед войной попробовали назвать улицей финансового ударника, но не прижилось название. И, наконец, в 57-м она получила имя Николая Чернышевского, как раз когда томик «Что делать?» был в библиотечке каждой, наверное, интеллигентной семьи. А ведь есть в романе еще и некоторые весьма интересные странности и прозрения. К примеру, в одном из снов Веры Павловны алюминий назван «металлом будущего». Это был 19 век, между тем своего большого будущего этот металл достиг в 20-21 веках. Будучи одной из центральных во время больших строек 70-80-х годов, когда стали формировать жилые кварталы нового типа, ее разбили на фрагменты. Это хорошо видно на нынешней карте. Про такие говорят улица и улица. И действительно, ни достопримечательностей особых, ни памятников. Хотя вот один был – дом архитектора Носовича. Красивый особняк, он стоял примерно здесь. Сегодня дом украшает улицу Анатолия, и на его флюгере то появляется, то исчезает масонский знак. В конце 80-х его решили разобрать и из бревен соорудить сарай или что-то такое в штабке. Дикость, но времена были те еще. И тогда этот дом практически спасли представители барнаульской интеллигенции. Писатели, художники, они заперлись, забаррикадировались в этом доме и сказали: «Сносите, только вместе с нами». И тогда было принято решение дом сохранить и перенести его сюда, на улицу Анатолия, к другим памятникам деревянного зодчества. Улочка изначально была, что называется, мелкокупеческой, мещанской, этакий спальный район в центре города. Во многим это и объясняет ее особый характер. Мало где старые столетние дома так тесно соседствуют с многоэтажками самых разных десятилетий. Хотя ближе к Прудским пейзаж меняется. Чернышевского будто превращается в настоящую старую барнаульскую песчаную улицу. Словно попадаешь на столетия назад, в мир, не знавший ни революции, ни Первой и Второй мировых. Отец русской революции Владимир Ильич Ленин говорил, что именно книга Чернышевского «Что делать?» повлияла на него больше всего в жизни. Буквально, как он говорил, перепахала его душу. История не любит сослагательных наклонений, но все-таки интересно себе представить, что если Ленина, что называется, перепахала бы какая-нибудь другая книга? Сказки Пушкина, например, или Библия. Какой бы была сейчас наша страна, наша история? Как знать. Как и другие улицы с частным сектором, эту, скорее всего, рано или поздно застроят жилыми высотками, офисными зданиями. Или улица совсем исчезнет, растворившись в новостройках. Интересно, будут ли тогда помнить имя Николая Чернышевского, человека, чья книга повлияла на судьбу целой страны? Посмотрим. А на этом мы наше небольшое путешествие сегодня заканчиваем. И в следующий раз прогуляемся по новым, известным и не очень местам города Барнаула. Илья Кочетков, Александр Антропов, наши новости.